Всем привет! Сегодня у нас будет архидемон. Пока не знаю, конечно, какой. Сейчас у нас уже практически таймер доходит. Почти собрали. Попробуем что-то придумать интересное сегодня. Сегодня мы будем тестировать вот такого вот друида с воодушевлением. И повелителя бури. Правда, это не вариант для архидемона собран, но потестируем именно его. Плюс купидон стандартный. Поставил дремочку вместо смертельного удара. Тыковка. Вот такая вот. Ну а там дальше уже герои. И еще укротитель. Дальше герои уже будут сменные в зависимости от того, какой будет у нас сегодня архидемон. Если, допустим, с топором, для него у нас будет Фрея. Вот такая вот сборочка. Если будет с уроном по зоне, вот такой вот вольт. В общем, будем тестировать сразу пару героев. Ну и, соответственно, такую тыковку, которую вы, в принципе, на китайке уже видели, что она может даже на мелких левелах. Допустим, если взять подземочки. Так, где наши подземки? Давайте кошмарку. Седьмую. 7-10. Не знаю, какой там у меня состав стоит. А, вроде такой состав ничего. Без купидона, правда. Разгон дает очень приличный. Так, дерево резнуло всех, но не вовремя. Вот такой какой-то херней мы пострадали перед архидемоном, как обычно. Так, смотрим. 92 таки. Сейчас будет где-то 95-97. И побежим дальше тестировать. Так. Ну, две карты есть на всякий случай, если будет с отражением, потестировать разные составы. Уже наконец-то у нас начали, но еще грубой силы я так и не получил для теста на героях. Да, конечно, вот это вот то, что затягивается, он так. Увеличили нам время сбора, а ресурсы, получается, мы теперь их фармим целую неделю. То есть архидемон у нас раз в две недели. Раньше был раз в 3-4 дня. Было все намного интересней. Хотя, в принципе, сейчас у нас куча ресурсов со всех локаций идет. Собрать там кулаки — это не проблема, есть Колизей, есть лабиринт, как дополнительные плюсы арена начали давать. Ну, в принципе, на битве гильдии тоже больше кулаков начали давать, поэтому это не такая уж и проблема сейчас. Кулаки 95%, сейчас будет, наверное, 99%, и побежим тестировать новый состав. Посмотрим, что он сможет показать нам. Вот. КГшки, кристаллы героев копятся, уже просто некуда их девать. Они просто идут в плюс. За остальные ресурсы пока ничего не могу сказать. Осталось еще 10 героев докачать из моих, у которых есть скин.
на вторые таланты восьмерки поднять их. Так, ну что там? 95. Хуже всего вот это ожидание. Хотелось бы, конечно, чтобы отменили вот этих 2 миллиона, то есть сделали максимум для теста состава, и ты себе заходишь и тестируешь. А не лимит, лимит по времени, лимит по урону. Кто первый занял, как бы, ну, немножко не та пропорция, и многие люди за часовых поясов просто в это время спят и никак не могут участвовать на архидемоне. Я считаю это немножко неправильно. Снимите просто ограничение, и человек, чтобы мог там за этих 3 дня зайти просто и зафармить, сколько получится своих прокачанных героев, столько и получит. А так все впираются в потолок, герои уже настолько развиты, что просто, ну, нереально. Понторезы. Давайте тоже понтанемся, что ли. Кого кинем? Давайте друида кинем. Вот так вот. Друид круче всех. Так, что там у нас? 97. Сейчас где-то уже будет. Что тут? Я-то думал 12-12, а тут семерки, шестерки. Печально, печально. Так, ну что там? 97. Сейчас покажу вам, как быстро можно настроить состав, чтобы не особо заморачиваться, потому что герои у многих в разброс. Пока все перелистаешь, теряешь время. Для этого у вас есть в алтаре вот тут вот такая вкладочка «Избранная», и сюда добавляете просто героев, которыми пользуетесь. В моем случае это герои, которых я беру на архидемона. Конечно, если сейчас будет демон с отражением, мы просто расслабимся и не будем никуда спешить. Но вряд ли он будет, он уже несколько раз был. Сейчас, скорее всего, что будет с уроном по зоне. Я так думаю. Вольт у нас вроде собран. Вместо Химеры потестируем нового героя, Повелителя Бури. Конечно, я не уверен в том, что он... Так, вызывает монстра в урон по зоне. Что-то не помню такого. А, урон по зоне, все, путы. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, старт. Стартуем с него. Кидаем защиту. Все, смотрим, что у нас получится. Ну, как видите, по урону как-то не очень получается, потому что у нас нехватка урона из-за того, что мы убрали все-таки Химеру отсюда. Она все-таки будет получше. Но на начальном аккаунте, допустим, это будет неплохо. Вот пошел стан. Ну, у нас герой, в принципе, не особо станется. Да, как видите, немножко не то. Ну, хотя один плюс, этот герой, наш новый Повелитель Бури, он не станется. То есть это уже плюс. Если он у вас будет, можете смело его сюда брать. Единственное, на этого архидемона, конечно, нужен Вольт.
для того, чтобы ослепить их всех, чтобы не дать возможности ударить. Сейчас попробуем состав, значит, с химеркой. Вернем в состав химеру и посмотрим, сколько у нас получится вместе с ней набить. Да, заметно, очень заметно, что не хватает все-таки до 500 тысяч урона. Но с другой стороны, этот новый герой очень хорошо помогает. Вот мы набили. Конечно, в топ мы не попадем. Это из первых, кто в топ уже попал. Сейчас посмотрим, куда нас откинет. Как видите, многие мурбурмя, вообще 300, сверские. Видимо, давно люди не били этого архидемона. Сейчас пока обновит, мы даже не попадем. А может и попадем в топ-10, сейчас посмотрим. Уже пятые пошли. Вот мы седьмые в списке. Теперь давайте попробуем поменять немножко состав. Поставим сюда вместо этого. Поставим химеру и немножко поменяем. Так, друида мы оставляем, ее ставим в топорик. Вот так, питомцем. Пом-пом-пом-пом-пом. Что там у нас у этого? Ага. Пусть будет на нем. Так и будет. А на нее ставим слона. Вот такой теперь у нас будет состав. Поехали смотреть, что сейчас у нас получится. Кидаем его. И как только сразу кидаем всех. Кидаем щит. Вот тут, конечно, шанс слива еще выше, потому что у нас получается некому их сразу убивать. Ну, конечно, у нас есть приспешники, но теперь вы видите, какой у нас урон. По 500. И намного, намного, намного все круче. Соответственно, делаем вывод. Новый герой на архидемоне хорош, но все-таки химера лучше. Если убрать там друида, тоже не прокатит. Если убрать укротителя, тоже не прокатит. Купидона однозначно нет. Всех остальных тоже мы, если уберем, вот видите, проседает, проседает по чуть-чуть. Но ничего страшного. Ну, по-моему, мы идем в этот раз намного лучше. Там у нас где-то выходило, мы влаживались, по-моему, в минуту. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Да, тут получилось намного быстрее.
Вот так вот. Поэтому надо его тестировать еще будет с замедлением и ставить ему приспешника. Но я этого делать не буду, потому что он у меня чисто для PvP собранный, в принципе. Так, ну давайте я вам покажу сейчас героев, которые у нас были. Вот мы использовали такого вот друида с воодушевлением, тестировали. Завтра мы поменяем, уберем его и сравним, что лучше, этот или все-таки друид с замедлением. Такая вот химера. Такой вот укротитель. Купидон. Кто там у нас? Тыковка вот такая вот. Ну, вроде так все. Да, вроде все. Вот такие вот у нас сегодня были герои. Завтра мы попробуем другую тактику, другой состав. Пишите комменты, может что-то можно улучшить. Сделаем это, прокачаем без вопросов. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. И ждите новых выпусков Трэша на Китайке. Все, всем пока.